Встреча, конечно, историческая. Таких встреч уже, насколько я понимаю, не было ни одно столетие. И поэтому сам факт уже этой встречи, даже если не будет достигнут никаких договоренностей, сам факт этой встречи уже очень важное историческое событие. Скорее всего, никаких документов или каких-то совместных там специальных заявлений или разрешения канонических вопросов и противоречий на встрече этой не будет обсуждаться, не будет достигнуто. Скорее всего, будут определены какие-то направления возможного сотрудничества в мире и будут ответственные назначены, которые в будущем будут там координировать, скажем, какую-то позицию и делать какие-то совместные там действия, там заявления или принятие какой-то документов. Основная задача, насколько было заявлено уже патриархией, на этой встрече будет информирование мировой общественности о геноциде или гонениях, которые происходят на христиан сейчас на Ближнем Востоке. И вот здесь обе церкви молчать не могут, они будут обращаться к миру, с призывом к миру, и к некой религиозной нетерпимости и борьбе с терроризмом. Тематические противоречия вряд ли будут как-то там стерты. Собственно говоря, сближение на уровне, на уровне именно как бы церковной и вероучительской, катехизаторской позиции вряд ли возможно. Просто дело в том, что уже, тысячелетия находятся церкви в разных конфессиях, находятся в разном положении, живут по-своему, и никто из них не отступится от своих важных вероучительских каких-то моментов. Вот. Поэтому вряд ли там что-то такое произойдет на этом уровне. Только скорее некие общественные вопросы будут затронуты, на которых церкви и конфессии могут высказаться с неким общим мнением. То есть это просто светские общественные вопросы, взгляд на которые у католиков и православных совпадает.